Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FundCam на обзоре мультимедийной системы на базе Android от компании CatBox для Mitsubishi Galant 9-го поколения. Модель ProLine с диагональю экрана 9,5 дюймов и разрешением экрана 2К. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. В целом все выглядит очень аккуратно. Рамка выполнена из черного матового пластика. Вот полностью вся вот эта вот панель меняется. Обзору никак не мешает, то есть вот как это выглядит с водительской стороны. Пользоваться также вполне удобно, то есть тянуться недалеко, расположение очень удачное. Автомобиль в комплектации без штатного усилителя, поэтому данная мультимедиа подключается напрямую к колонкам. Если же в комплектации автомобиля есть штатный усилитель, то тогда штатная магнитола остается функционировать, и данная мультимедийная система уже подключается по AUX-у к ней, и звук идет, обрабатывается через вот эту штатную магнитолу. В данном же случае данная магнитола штатная неактивная теперь, то есть это по сути как просто заглушка, да, используется, и полностью весь функционал переместился на вот этот экран. Все управление идет в сенсорном виде. Для более удобного управления можно также еще докупить кнопки управления. Они беспроводные, устанавливаются на обод руля. Здесь же сейчас все управление идет в сенсорном формате. В бардачок выводятся USB-порты, которые поддерживают передачу данных. Поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще дополнительно выводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитолы. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его с своего мобильного устройства через режим модема. Также для более удобной парковки установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при включении задней передачи. Обладает очень хорошими характеристиками. Это широкоугольная линза в 170 градусов, поэтому все прекрасно видно по краям автомобиля. Виден край бампера, поэтому очень близко можно парковаться, и вдали также все прекрасно видно. Картинка Full HD, очень детализированная, очень все хорошо видно. Есть вот такое вот меню для настроек по яркости, цветности, контрастности и настройки вот этих вот парковочных линий. Их рисует сама магнитола, поэтому их можно настраивать, как вам будет удобно. По самой мультимедии линейка ProLine — это самая топовая от производителя CatBox. Отличается она от других, конечно же, по производительности. Это самые максимальные характеристики, доступные на данный момент. Здесь отличный экран с высоким разрешением. Он яркий, насыщенный, на солнце практически не бликует. Отклик по сенсору очень хороший. Железо здесь максимальное стоит, то есть здесь производительный как основной процессор, так и графический. Отработка анимации очень плавная, очень приятно все это. Все работает прям вообще отлично. Здесь 12 гигабайт оперативной памяти, 256 встроенной. Также очень производительный DSP процессор здесь установлен, поэтому обработка звука на высоком уровне. Здесь есть множество настроек по эквалайзеру, все можно построить под свои предпочтения. Ну и звук прям очень хороший магнитола выдает. Работает на операционной системе Android. В линейке ProLine это 13-я версия Android, поэтому здесь доступны все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Как я уже показывал, доступен эквалайзер. Можно подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки или для громкой связи. Доступно подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Функция разделения экрана и множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. И также от магазина, конечно же, дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!